Типичный ответ на тренажерка это хорошо, выглядит так, но я же не хочу стать мужиковатой, мне бы похудеть. И ломятся наши тети на кардио. Дорогие женщины, чтобы вы стали мужиковатым, у женщины должно изначально не быть ни груди, ни талии. Плюс у женщины должен быть повышен тестостерон. Женщин с таким сочетанием процента 2 на планете. Остальные мужиковатыми не станут, это точно. Еще наши женщины боятся страшных и ужасных фитнес, бикини, бодифитнес и бодибилдинг. Тети, не бойтесь, спорт высоких достижений не имеет никакого отношения к нормальной жизни. Более того, он не имеет отношения к здоровью. Процесс подготовки к таким соревнованиям также похож на правильное питание и правильный образ жизни, как вахтер дядя Коля на балерину. Случайно обрести форму фитнес-бикини так же просто, как случайно приготовить торт Наполеон, имея в холодильнике только ингредиенты для борща. Но практика подтверждает женские опасения. Регулярно подтверждает. Вот пришла тетя, а через неделю у нее вес вверх. А если женщина не толстая и еще рельеф проглядывать начинает, это ужас. Женщины, расслабьтесь, это временный эффект. У вас просто мышцы с перепугу раздулись. Потом сдуются обратно. Расти как на дрожжах не будут. Что бы вы ни делали. Хотя, если вы будете лопать стероиды, вырастут только в путь. Но это совсем другая история. Есть, правда, нюанс. Классический тренинг, как правило, ведет к укорачиванию мышц. Выглядит не очень. Так меняйте упражнения. Во-первых, не забывайте про растяжку. Во-вторых, после тренировки или отдельно, как угодно. И ничего у вас не укоротится и не вырастет, я вам обещаю. Разобрались. Ничего вредного в тренажерке нет. Ну а что там есть полезного? А там тренажеры и свободные веса. Они вам помогут немного вырастить мышечную массу. Много у вас и не получается, потому что вы девочки, не переживайте. А она вам зачем? А вот это самое интересное. Она вам, чтобы больше кушать. Если серьезно, то, во-первых, жир с годами становится бесформенным. И там, где в 20 была стройная талия, в 40 образуется дряблый живот с торчащими костями. Потому что тощий жир смотрится отвратно, именно когда становится немолодым тощим жиром. Мышцы, приобретенные, могут тонус потерять, но никуда не денутся и не повиснут. Они не предназначены висеть. Во-вторых, мышцам для существования надо что-то есть. Чем больше в тушке мышц, тем больше основной обмен. То есть, тем больше вы сможете съесть без вреда для фигуры при прочих равных условиях. Это как минимум удобно. В-третьих, если организм чует, что мышцы нужны, а они нужны, если организму приходится тягать железо, то при образовавшемся дефиците калорий он мышцы особо не трогает. Он вынужден подъедать ненужное, то есть жир. Приходим к выводу. Мышцы позволяют вам сохранить красивые попы до пенсии. Они не дают толстеть и помогают сбрасывать ненужный балласт. В общем, дамы, тренируйтесь и будьте прекрасны.